Салют, друзья, Сэм с вами. Я приветствую вас в 11 серии Обители Зла 7. Спасибо в первую очередь всем за терпение, кто ждал эти выходные. У меня не было никакой физической возможности записать прохождение. Я очень сильно замотался, хотел немножечко отдохнуть. И получилось как получилось, хотя я обещал сделать серию немножко раньше. Ну что ж, мы в предыдущей серии узнали много ответов на свои вопросы, а сейчас продолжаем страдать и узнавать, к чему нас эти ответы приведут. Поехали. Ну и проходим мы игру также аккуратно и спокойно. Добрая девочка больше нас не нуждается, и явно что-то с этим будет нужно нам поделать. Так. Очень хочется выбраться из корабля и наконец-то все-таки стать обратно Итаном, потому что... Матерь Божья. Потому что Мия, это Мия, конечно, но все-таки она не главный герой наш. Так. Высоковатенько тут, однако. Тот факт, что я с полностью голой жопой, меня очень сильно, простите за прямоту, расстраивает. Только что нам давали кучу оружия, и сейчас заставляют вот так страдать. Maybe it still works. Так, здесь мы были. Это наш лифт. Ты не знаю. Опа! Итан. I hope I make it in time. Okay. Bottom level. Bottom level, хорошо. Ой, твою. Liar. Stop it, Evelyn. Они еще так хорошо камеру. Fucking hallucinations. Where is she? Повернули, и это было действительно неожиданным. Вопрос, такая ли она галлюцинация, потому что след-то на руке у нас остался. Прошу прощения, друзья, это какая-то непонятная неполадочка сейчас была. На секундочку, сам не понял, что она высветилась. Тихонько. Так, а вот это вот нам поднять дадут? Хорошо. Так, ну очевидно, что нам сейчас нужно захренячить эту штуку вот сюда, дабы пройти. Так, я чувствую себя сейчас дураком, а чё за... Ну, ясно. Стоят здоровенные баллоны, приоткрытая дверь, и я... Бомб больше нету, господа. О, опять что ли по шахте? Да ладно. Ну мы же там лезли, мы здесь не можем спрыгнуть сюда, потому что там слишком высоко, скорее всего. И попадем мы, по сути, опять туда же. Каюта капитана. Опа.
О! О, черт подери, там автомат. Ключ под гайку с выступом. Явно не все так просто. Так, ну на этом этаже мы уже везде побывали, правильно ведь? Ну, возможно, теперь дверка приоткроется. Так, ну тут явно нужен либо ключ, либо... Блин. Еще одна дистанционная бомба, друзья. Это хорошо. Ну как это хорошо? Понять бы еще сначала, куда нам двигаться. Нам нужно S2, это понятно. Столы наглухо закрыты. Опять бомбу я туда не потрачу. Ну, я... А, есть... Подождите секунду. Чисто... Я же убьюсь или не убьюсь? Я убьюсь или не убьюсь? Как думаете? А, нет, я не убился. И вот у нас люк открывается этой штукой. Да. Ну, разобрались. Хорошо. Потратили одну бомбу пустую. Жалко, конечно, что поделать. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебя просить... попросить кабель у доктора Олдона. Хорошо, мне срочно надо во второе машинное отделение, но для этого сначала починить эту штуку. Дуэйн. Оно снизу там бросит. Ох ты ж, ёжики. Ну, привет. Мы можем либо спуститься, либо подняться. Я вот... Вопрос. Давайте пока поднимемся, наверное. Сейчас на... Мы сейчас где? Мы сейчас на... втором этаже. Ага. Ну, если что, кого-то с этим, будем тупо убегать. Замок для кислоты. Опа! Привет, и как это открыть прикажете? Так, эта дрянь там пропала, хорошо. Ой, как я не люблю, когда нету возможности отстреливаться. Вот я не люблю игры вроде вот Ласта, за то, что там нельзя дать сдачи. Так, нам нужно сейчас... Хм.
Круто. Три коррозийных вещества. Совершенно бессмысленная с точки зрения логики загадка, но в плане игрового этого полезно. Я только мимо дела просто понял, что можно прожимать. Можно было бы пропустить вовсе. Так, друзья, у нас есть три коррозийных вещества. Иди нахрен. Благо эти тупые твари двери не открывать не умеют, поэтому нормально. Ключ от шкафа в каюте капитана. Дьявольски классно. Плохо написано. Поместить какой-то... Содержимое уже кто-то забрал. Так с какого... Где мы вообще? А, нам на этаж выше нужно вообще. Здесь мы... Блин, я вот туда не ходил, я сразу в лифт пошел. Черт, а что там? Уже сломано. Так, еще травка. Травушка. Мавушка. Так, аккуратненько, друзья. Эпоксидка, хорошо. Порох. Вот так тоже замечательно. Патроны для пулемета. Отмычка нужна. Окей. Только не надо, что на нас никто плевать никого. Так. Ну давайте, я думаю, что нужно это все сделать. О, божечки, кошечки. А. Так, нет, я сначала за патрон, за пулеметом. Если это действительно даст на пулемет, то я сначала за ним. Я так не могу без оружия. Вау! Иди хрен... Твою мать, откуда ты здесь? Извините, друзья, если громко. Муж сы! Вот сы, мать вашу! О, так. Она еще выпрыгнула нас так...
Сочно. Так, другое дело. Ну что, а теперь покажи свою морду, тварь. Где-то за дверь уже здесь находится, а? Ага, прям совсем за дверью. Так, если Тейтин не попадет. Ну, вроде бы нет. Иди к черту, тварюга. Ладно, нормально. Можно пожертвовать одним лекарством. Мы в порядке. Фу. Так, ну здесь, кажется, мы все полутали, да. Хорошо. Так, теперь нам нужно сходить вот сюда. Патронов для автомата мы в принципе сделать не можем, как я понимаю. То есть у нас вообще такой возможности нету. Что ж, окей. Видок. Нет. Ну, тут по-любому дело добром не кончится. Здесь каждой мечке получить пачку патронов. Закрыто? Дай пройти, ты падла! Сволочь такая, а? Черт, друзья, это было крайне неприятно. 30 патронов осталось. Блин, надеюсь, он того стоило.
Разъединение вещества. Ну, спасибо. О! Опа! Что-то есть, ладно. И все? То есть это мы пропустили просто изначально. А, вот и кабель. Ясно, зачем нам сюда нужно было. Хорошо, силовой кабель. Так. То есть в шахту мы как таковую не можем спуститься, правильно я понимаю? Почему? А, ну эта дверь выводит нас... Все, все в порядке. Мы можем отсюда выходить. Так, если кто-то есть, просто пробегать надо, потому что сейчас у нас очень мало возможности с ним сражаться. Нам еще нужен предохранитель сначала. Не хватает предохранителя. И еще кабель. Кабель-то мы раздобыли сейчас. Теперь нам нужен предохранитель. О. Ну, 30 патронов. Так не хочет распускаться. У меня выбора нет, я понимаю. Куда мы попадем? Не уверен, куда мы попадем. Поехали, друзья. Здесь тихо, спокойно, есть сохранение. Замечательно, прибежали. Пистолет ПМ. Наверное, очень слабенький пистолетик. Насколько я понимаю, ПМ и не должен быть чем-то запредельным. Так, у нас есть лишняя эта штука. Мы ее объединим с патронами, пистолетами. Нет, улучшенную я не отдам. Пойдет. Итого маленький пак вещей у нас есть. Хорошо. Продолжаем. Ремонтный участок. Нам нужно вот куда-то вот из кубрика, либо в комнату отдыха пробраться. Это либо по прямой, через бой, либо по кругу, что, возможно, тоже через бой. Даже вероятнее всего. Друзья, мы зашли. У нас теперь полный фарш здесь. Еще больше предметов могу таскать. Очень атмосферное место сейчас только что было. Травушка. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо за патроны для пулемета. Это обалденно. Бомбы. Нифига себе зашел. Прямо... целый арсенал. Так, друзья, дальше. Ну, тут там в любом случае впереди будет гость.
мы вобьем ему в лоб гвоздь. Я думал, ну понятно, что здесь его нету, но где-то же он должен быть. Твою метюшку. Зря просто этого чувака здесь выпиливали, да? Без всяких. Эпоксидка. Ну, ну тут так, более-менее. Так, здесь у нас ничего нету. Смотрите, как мы хорошо заглянули. 40 патронов для пулемета. То, что мы потратили, нам еще сверху окупилось. Это очень хорошо. Так. Ну что ж, нам на кубик тогда. Очевидно, нам на кубик. Здесь вот мы смотрим, ничего нету. На полочках, а то они могут запихать. Ну, вроде бы нет. Вперед. Правильно вышли? Правильно вышли. Аж? Просто почему-то этот жилет можно вращать? Я вот на нем упорно ничего не вижу, никаких. Ну ладно, почему именно этот можно вращать? Так, советы путешествующим по Амазонке. Hunting Life. Баночка похила. Нам уже не спастись, но я хотя бы расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты и отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал смех ребенка, маленькой девочки. Или, может быть, мне почудилось? В 19:30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошел Дрю, он из механиков, и сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он был очень бледный. Он сказал, что пойдет и все разузнает. Ушел и не вернулся. Наверное, было 19:50, когда раздался ужасный вопль. Я пошел на разведку, в прачечную увидел, как какое-то черное чудовище пожирает Кларка. О, божечки. Оно повернулось и направилось ко мне, огромное, с зубами, как у акулы. Я завизжал и убежал. Теперь сижу, съежившийся в кубрике, трясусь и пишу эту записку. В коридорах полным-полно этих тварей. До сих пор то и дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершая послание, я сказал все, что мне известно. Ну, спасибо, дружище, мы это и так кучу раз уже видели и знаем. Так, друзья, я теперь в большом тупике. Ну ладно, видимо, нам нужно пешочком будет спускаться. Зачем тогда мы чинили этот гребаный лифт? Вот большой вопрос. Ну ладно. Ну ладно, интересно, где-то, наверное, все-таки можно было добыть этот конденсатор, переключать, и тогда можно было бы лифтом поехать. А я его не нашел, поэтому бегу как дурак ногами. Наверное, как-то так. Сейчас мы подойдем к лифту. Огромный вопрос, можно ли туда залезть? А, то есть можно подняться, значит нет. Скорее всего, тогда все-таки придется... Ты ж... Чё ты такая прыгучая? Все в порядке. Не паникуем. У нас, к сожалению, нету индикатора как такового здоровья, поэтому мы ориентируемся на...
А что там еще шуршит-то? Это не сохранится опять. Раз уж на то пошло. Так, двор. Да. Ух! Ну что, кажется, здесь уже более-менее чисто. Нужно что-то как-то разбирать. Так, нам сейчас вперед и налево. А! Вот, предохранитель как раз. То, что требовалось. Как хорошо попал. Я даже не удивился бы девочку здесь встретить. Предохранитель. Зачем нам давали столько... Кстати, я сделал себе один... Еще одну аптечку у нас. Я сделал себе... Три аптечки. Блин. Универсальный нож. Замечательная вещичка, друзья. Так. Вверх. Так. Раз, раз, два. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Ну что ж, полезная штучка. Хорошо, пускай будет. А можем самый-самый низ? Не забываем про 4 бомбы. 4 бомбы это надо как-то тратить, наверное. И заиграла такая музыка. А, ты, тварюга, сейчас спрыгнешь на нас. Лежи. Сильный эпоксид. Окей. Еще одна радость. Хватит нагнетать этой музыкой. Странно, за Итана я так не мог разносить. Пистолетные патроны. Пойдет. Ух, ни хрена же себе этих бомб здесь навалено. А, спасибо. Как-то очень щедро отсыпают мне. Ага, я помню это место.
кусок говна. Почему я себя так плохо чувствую? Ну ладно, давайте это следим. Что ж ты не ешься-то вот? Потом мне не нравится то, что она так... Ладно, постановит в любом случае. Просто постановит, ясно. Ой, черт. Итан. 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 О. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Or even Zoe here. That girl Evelyn. She did this. What the hell is she? Now what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... You're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her, and you stop her. Ethan. Free my family. Черт, вот такой момент, буквально минута, а уже ты понимаешь, что этого чувака реально жалко, всю семью жалко, понятно же, что были люди до того, как с ними это случилось. Mia, how? There's no time. You have to get out of here and find her. I won't. Here, take this. What? Wait, what are you doing? What are you doing? Saving your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. No. Mia! No! Hmm. Ну и что ж, мы опять остались ни с чем.
А столько всего вкусного дали, так жалко, так... опять страдания. Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Что ж, друзья, очень здорово мы доиграли за Мию. Боже мой. It's all your fault, или как тут? It's... Тяжело почитать. Ну, в общем-то, все из-за тебя написано только что. На стенке. Сабами можем почитать. Оу! Так, ну ладно. Здесь мы, собственно, и поднимались на корабль. Так, друзья. Продолжаем. Сохранений не было, поэтому, собственно, я не могу закончить серию прям так. Ну, то есть сейв, автосейв был. Вертушка. Сколько дохлой рыбы здесь? Нет, с нами никого нету. Где-то еще есть фигурка. Так. В шахте Паттерсона произошел обвал. Два шахтера погибли, а Хаскли всю жизнь останется инвалидом. Стриктон был прав. Фукрон слишком нестабильный. Компания не собирается присылать никого на замену. Вместо этого от нас требует работать в две смены. Офигеть. Соляная шахта. Честно, друзья, я ожидал, что здесь будет сейчас... Так, вертушечка. Мы уже находили фото вертолета. Здесь еще... А, стоп, там сзади ничего нет? Там сзади есть надпись. Они следят за нами с вертолета. Ага. Alpha-1, this is Bravo-1. Do you read? This is Alpha-1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports he's in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Так, ребятки ищут Эвелину. А вот и наш сундучок. Вы забрали вещи Мии. О, у нас куча всякого сейчас радостного. Ага. И ПМ. И ножик. Ух ты, прямо вообще замечательно. Так. Пистолетом 19 упаковываем себе. Дальше берем дробовик. Потом автомат. Это дуплет, как он там называется правильно. Так, патроны для пулемета у нас есть место. Патроны для пистолета у нас есть место. Пистолетные патроны, простите. А, вот так. Ага. Так. Ну... В принципе, чем больше с собой таскаешь, тем оно как бы легче тратится, потому что ты не экономишь. Собственно, поэтому, может быть, и не стоит прямо так упарываться совсем уж. У нас еще пистолетный патрон, 30-ник где-то здесь навален. Так, дистанционная бомба возьмем, она нам пригодится с собой.
патронов пистолетных этих сколько, 60 штук получается. Так, гильзы для дробовика тоже давайте возьмем. Неужели дальше будет настолько много противников, что нам столько патронов нужно? Так. Ну. Наверное, в целом пока все. Гранатомет мы оставим на посох, когда он там будет. Отмычки у нас пока не нужны. Есть порох, есть эпоксидка лишняя или нету. Да, есть одна эпоксидка. В принципе, пока всего хватает. Ну что ж, друзья. О! А, здесь повторяются... Ясно. Болото, озеро, лаборатория. Под... где-то внизу. Здесь у нас повторяются наши клетки. Ну что ж, на этом мы сохраняемся. И я думаю, что конец уже недалеко, судя по всему. Надеюсь, друзья, вам эта серия понравилась, получилась она очень насыщенной. Я прямо сейчас сажусь записывать следующую серию, пока у меня на это есть время и возможность. Надеюсь, она выйдет очень скоро. 120 патронов для пулемета, 120? Вы чего? Нихрена ж себе, сколько тут всякого вкусного. Психостимуляторы еще есть. В общем, развернуться у нас есть где. Следующая серия будет жаркой, насколько я понимаю. Ну, а на этом все, друзья. Если серия понравилась, поднимайте большие пальцы вверх. И пишите в комментариях, что вы думаете по поводу происходящего. Я с вами прощаюсь. Мы скоро услышимся. Всем пока.